казанской больнице скончалась 5-месячная девочка. Ребенок попал в ДТП накануне в Высокогорском районе. На 45-м километре трассы Казань-Малмыш возле деревни Куркачи столкнулись «Лада» и «Хонда». По предварительной версии, 28-летний водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадали 5 человек. В Высокогорскую больницу в тяжелом состоянии доставили пассажирок «Хонда», 5-месячную девочку и ее мать. Позже ребенка на машине перевезли в ДРКБ Казани, где она и скончалась.